Всем привет! Сегодня мы откроем первую пластинку группы Rainbow и не только. Поехали! На днях Ричи Блэкмора с обновленным составом своей легендарной группы Rainbow приедет в Россию. Ну а сегодня мы откроем первый альбом легендарного коллектива. Как мы видим, на обложке у нас рисунок от художника Диснея Уильярдсона. Наклейка говорит нам то, что это переиздание от компании Universal. Виниловая серия Back to Black. И внутри нас ожидает 180-граммовый винил. Лейбл Polydor. На обратной стороне у нас продолжение радуги. Трек-лист. Стихотворение. Изначально пластинка вышла в 1975 году. Это переиздание от 2014 года. Пластинка сделана в Евросоюзе. Это гейтфолд, разворотный конверт. Давайте ее распечатаем. Конверт у нас матовый. Открываем его разворот. На развороте у нас фотография, конечно же, основателя группы Ричи Блэкмора. Оформлено все вот так вот перевернуто, благодарности. И просто фотографии оставшихся участников группы в ее первом составе. Давайте заглянем в отделение. Белый внутренний конверт из бумаги с полиэтиленом внутри. И 180-граммовая черная пластинка, классические полидорские яблоки. 33 оборота. И, конечно же, купон на скачивание этого альбома в MP3. Пластинки приобретаются чисто ради него. Ну а под вторым номером у нас сегодня пластинка американского джазового пианиста Джелли Ролла Мортона. Альбом «Piano Solos». Причем изначально это был настоящий альбом в изначальном значении этого слова. Состоял из 5 шелачных пластинок, до сих пор на Дискоксе таковые продаются, от 1939 года, стоит $1200, сейчас чуть дешевле, конечно же. И сегодня мы распакуем это переиздание в рамках серии Vogue Jazz Club. Это непростое издание, внутри нас должен ожидать цветной винил, причем оформлен в цветах вот этой обложки. Там должен встречаться и черный, и фиолетовый. На обратной стороне у нас как раз указан весь список песен, их 10 штук. История каждой на французском языке. Сама фотография маэстро, переиздание 2017 года. Пластинка сделана в Евросоюзе. Ну что ж, давайте распечатаем эту пластинку и посмотрим, какого она цвета. Конверт у нас матовый. Смотрим, что внутри. Внутри у нас красивый красочный конверт для пластинки. На одной стороне повторяется обложка, а на другой стороне повторяется задник. Ну, правда, уже оформлено все посовременнее. Сам трек-лист уже на английском языке, без каких-либо рассказов. Давайте посмотрим на саму пластинку. Просто потрясающий цвет. Она не 180-граммовая, но это ерунда. Стороны А и Б. 33 оборота. Прекрасный цвет. Спасибо магазину Коллектомания за предоставленные пластинки. Спасибо вам за просмотр этого выпуска «Открываем винил». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на страницу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. До следующего выпуска «Открываем винил». Arrivederci.